Наша телезрительница Анна зимой отправляется в отпуск. Женщина хочет сбросить вес и немного подкачаться. Она интересуется, как это лучше сделать. На вопрос отвечает инструктор тренажерного зала Константин Грачев. Конечно, это можно сделать в совокупности. То есть можно и худеть, и, соответственно, занимаясь физическими нагрузками, ваше тело, ваши мышцы наберут тонус, укрепятся, ну, и вы будете выглядеть подтянутым. Кирилл не так давно начал бегать на улице по асфальтированной дорожке, но через 2 недели у него появились боли в ногах. Мужчина интересуется, связано ли это с типом поверхности. Конечно же, потому что при беге создается ударная нагрузка на наши суставы. Ну, прежде всего, страдают наши колени. Это такое есть. Поэтому, конечно же, желательно бегать по земле, либо по резиновой поверхности какой-нибудь, чтобы была амортизация. На асфальте долго не пробегаете. Если у вас возникли вопросы, звоните к нам в редакцию по телефону 290 19 90. Наши специалисты найдут ответы на любые вопросы.